неважно. Победишь ты или нет. Ты должен знать кое-что. С тобой или без тебя игра продолжится. В ней нет места для второго шанса. Есть только здесь и сейчас. Одна попытка. Единственная возможность. Именно к этому ты готовился всю жизнь. Нет времени сомневаться. Если есть шанс победить, воспользуйся. Иначе грош тебе цена. Схвати этот момент. Отбрось страхи и сомнения. Рвись вперед. Сейчас все твои надежды сталкиваются с чужими. Твой злейший враг – поражение. Надвигается каждую секунду. Хочет раздавить тебя. И единственный, кто стоит на его пути – это ты. Ты против всех. Ты против нет. Ты против не могу. Ты не имеешь права быть вторым. Время идет. Посмотрим, на что ты способен.